Добрый день, всем здравствуйте. Сегодня вот такая вот маленькая незаметная токарочка, но она крайне необходима для какого-то контингента людей. Ну, иначе бы ее и не заказали. Это с велосипеда. Вот такая конусная втулочка. Буду ее делать из прутка стали 32 мм. Сталь не каленая, так и называется, сталь 30. То есть вот такая конусная снутри и снаружи. Итак, приступаем. Для начала торцую заготовочку, снимаю вот эту бабушку с конца от предыдущей работы, базирую за наружную поверхность и протачиваю поверхную сторону. Снимаю за один проход 2 мм со стороны, то есть 4 мм с диаметра. Далее протачиваю меньший диаметр, заодно формирую коническую поверхность, чистовой проходик, маленькую фасочку. Итак, готово. Следующая операция, сверло до 12, делаю отверстие на глубину миллиметров 15-17. Потом рассверлю отверстие на диаметр 14 мм, это уже под осенку велосипеда. Следующая операция, это накатка. Делаю такую тесненную поверхность, чтобы потом в пластмассе это все держалось покрепче и не проворачивалось. Ну вот, эта операция готова, красота получилась. Далее вот такой зенковочкой вручную снимаю фаску с внутренней стороны отверстия. Напильником притупляю острые кромки после накатки. Ну и наконец-то отрезаю полученную заготовку от основного прутка. Ну а теперь мне необходимо сделать вот этот внутренний конус. Как зажать эту детальку? Краешки везде тоненькие, маленькие, еще надо, чтобы это было удобно. Сделаю это при помощи цанги. В обычный патрон такую деталь будет зажать тяжело, тремя кулачками я ее просто раздавлю. Поэтому вот есть у меня цанговый патрон, система ER32. Вот такая цангочка диаметром 20 мм. Вот она внутри, разрезная, все. У нее большая площадь обхвата, и моя деталька замечательно становится. Видите, крепко усилена. А патрончик этот для цанги я вставлю в обычный патрон, раздвинув ее кулачки. Вообще-то этот патрон предназначен для станка ВМ210. Он прям на шпиндель накручивается туда. Но у меня есть большой патрон токарный на 315, куда этот маленький токарный патрончик зажимается очень хорошо. И вот я зажал саму детальку, получилось классно. Для изготовления внутреннего конуса буду использовать стандартную зенковочку под 90 градусов. Внутренний конус буду снимать на 160 оборотах, так как площадь обработки большая, 8 зубьев. Все это обильно смазываю маслицем. И потихонечку, сильно не напрягая, чтобы не провернуло детали в цанге, делаю внутреннюю выборку. Ну и вот, деталька заказанная готова, вытаскиваю из патрончика, вот он, внутренние конуса, снаружи, ну в общем, две идентичных детали, просто одна ржавая старая, другая новая. Ну вот такой вот еще один интересный инструмент, патрон под цанговый зажим ER32 появился в моей мастерской. Приобретал его там же, где и свой маленький токарный станок, на сайте ВМ210, ссылочки, естественно, будут в описании. На этом ролик заканчивается. Будьте здоровы, мирного неба над головой. До новых встреч!